Московская полиция разбирается с новым случаем наглого поведения водителя. Поводом для проверки стало видео, которое было опубликовано в интернете. Внедорожник «Хаммер» на ступенях главного здания МГУ. Водитель подъезжает прямо к дверям, причем делает это не торопясь, как бы демонстрируя ходовые возможности машины. Есть и свидетели всего этого. В кадр в какой-то момент попала группа молодых людей. Они, кстати, могли бы помочь сотрудникам ГАИ в установлении номера внедорожника. Пока данные о машине и хозяине выясняют с помощью камер наблюдения. Это уже второе видео за сутки, ставшее причиной проверки полиции. Накануне в сеть попали кадры, на которых Lamborghini опасно перестраивается из ряда в ряд на огромной скорости на Кутузовском проспекте. Напомню, как правило, таких лихачей задержать удается. Это было и в мае с компанией, которая устроила гонки с полицейским на внедорожнике, и в августе, когда лишенный прав молодой человек проехал по пешеходной зоне парка Музеон. Оба случая дошли до суда.